Всем привет, ребят. Не проснулся я еще, зато пишу вам видосик. Непростой видосик. Наконец-то на английском сервере начали. Блин, пофиг на то, что кашляю. Начали продавать Розалинду. Розалинда, Росалинду, не знаю, как хотите, так и называйте. Судя по описанию, герой очень обалденный, и сегодня мы его посмотрим, потестируем. Не знаю, как у меня там получится с обзором, показать вам сразу же на максималке, там все остальное постараюсь заснять вам. В общем, честно говоря, это жесть. А что делает герой? В течение 5 секунд наносит урон равный 460 от атаки. Урон равный 12% от максимального здоровья ближайшей вражеской цели. Имеет иммунитет к стану и страху, уменьшает получаемый урон, восстанавливая 30% максимального запаса здоровья каждые 3 секунды. В общем, это, скажем так, очередная, судя по всему, имба. Получить ее можно вот именно здесь, собрать осколками, плюс получить, как видите, камешки. В общем, я забрал это в первую очередь, нет у меня времени сейчас показывать вам там акции, все остальное постараюсь уже вечером это сделать. В общем, вот так вот собрал я наконец-то и этого героя. Думал, что будем, конечно, собирать, и многие там думали, что будем его собирать очень долго, но в принципе получили намного быстрее. Вот, как видите, максимальный скилл, то, что я вам прочитал. Поехали, exchange, окей. Такс, получили. Расписывайтесь. Надо будет с ним сбегать на новую локацию нашу. Вот так вот. Вот так вот, ребятушки. Видите, получить не могу, потому что максимум героев. Такс. Идем сюда. Делаем апгрейд. Такс. Я уже помню, там, по-моему, кто-то есть. Или никого нету, сейчас глянем. С 11 скиллом сейчас надо будет слить. Во, сорика. Да, вот он. Вот он. Так, отлично. Так, четверка вот этого. Так, силушка у нас немножко упала. Но это не страшно. Сегодня мы ее опять же прокачаем. Прокачаем башенки дальше и все остальное. Такс. Поехали. Так вот, ребятушки, ну, можете меня в комментах поздравить с новым героем. Поехали его немножко рассмотрим, посмотрим, потестируем, а потом уже, конечно, как обычно, его вкачаю на максималку. Так, давайте я вкачаю сразу же скин. На башенке. Так, на максималочке. Так, осталась эта башня и ратуша. Так, там сегодня тоже что-то продают еще. Так, стрелковая. Так, вот еще ратуша можно будет собрать 250. И вот эти можно будет тоже начать качать. Ну, в общем, такой вот здесь трэш сегодня.
Больше ничего такого интересного. Чарующие изменения. Дискаунт тоже, кстати, обновленный. Так, что тут у нас есть? Ну, в общем, такой вот магазинчик со скидочками. Тоже, в принципе, довольно-таки неплохой. Отсюда тоже можно по 25 осколков вытащить. Такс, ну, думаю, это всем не настолько интересно, что можно. Всем интересно посмотреть все-таки нового героя в действии. Так, ну, я даже не знаю, что по таланту поставить. Наверное, любой талант будет имбовым для этого героя. Ну, пусть будет пока так. Пусть даже подыму немножко. Чисто на первый тест. Так, давайте. Сделаем с нашего героя мини-имбу. Поехали, посмотрим. Посмотрим, что же это все-таки такое. Так. Ну, все, потестировали, ребятушки. Идем на подземки, конечно же, шучу. Здесь это не тест, давайте немножко улучшу героя. Вы пишите в комментах, где вы хотите увидеть. Мы обязательно постараемся сегодня это сделать. Заигрался вчера, не выспался. Поехали, начнем с обычной подземки наши, которые я всегда тестирую. Посмотрим, что да как. Иммунитет это радует однозначно. Герои, ну посмотрите на это. Это просто жесть, ребят. Честно скажу, тут герой должен быть мега эпическим. Это то же самое история, что было у нас с Огником. Вроде казалось бы, условно бездонатный герой можно собрать. Вопрос, сколько ты будешь собирать. Но посмотрите, что делает это без... Я офигею с этого урона, ребят. Процентуальный урон. Все, новая имба однозначно. Что тут сказать? Без эволюции на первом этом. Просто тупо шатает. Давай эту магию возьмем. Интересно будет посмотреть уже на прокачках это все. Но я вам скажу, что с магией я вот смотрю. Посмотрите, что делается скиллом. Посмотрите, как снимается. Это просто офигеть. Так. Ой, сори, ребят. Как снимается жизнь? 12%. Я не знаю. Я не знаю, что будет дальше. Но это очень интересно будет посмотреть на героя. Прокачки. Ну, конечно же, его на максималку прокачаю сегодня и уже смогу показать плюсы и минусы. Попробуем использовать его на испытание смотрителя. Ну, в общем, не знаю, герой довольно-таки достойный будет. процентов плюс процентуальный от этого. Ну, я не знаю, сколько надо иметь урона,
Я не знаю даже, где его использовать буду, но, наверное, практически этот герой уйдет в основу, войдет, точнее, в основу, как и все остальные импы. Так. Сейчас, наверное, шатынут. Офигеть. Ну, вот это зональное действие, конечно, очень круто. Ну, надо прокачать, потом тестить. Да-да-да. Хорошо, что я так проснулся рано. Такс. Хорошее начало. Смотрите, процентуальный урон. Шок. Это просто шок, ребят. Это вроде как и ПБшка процентуальная, но тут, блин, все вместе. И зональный урон обалденный. ПБшка работает только по зоне скилла своего, а тут вокруг героя. Ну, не знаю. Очень интересный герой. Давайте еще разок. Посмотрим, и я уже потом вам покажу прокачку. Кто да как буду. Единственное, что спасает, это то, что герой ближнего боя. Сейчас посмотрю, или герой еще автопрокер. Сейчас мы быстренько покачаем просветик. Если автопрокер, это реально жесть. Так, отлично. Ставили пятую ремочку и давайте просто посмотрим. Ну, тут я не понял. Ну, выжил после смотрителя. Выжила, точнее. Ребятушки, автопрокер. Это жесть. Это просто жесть. Процентуально от жизни. Посмотрите, как забор. Ну, не знаю, конечно, это жестко все будет. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, репостики. Показал вам немножко нового героя, потом покажу уже его прокачку и все остальное, как всегда. Всем удачи, всем пока.